Вся глубинка России в одной фотовыставке. В областной библиотеке открылся «Самарский взгляд». Это конкурс, на который прислали свои работы фотографы из Самары, Москвы, Саратова и других городов России. В этот раз в фокусе фотографов социальные вопросы. Волонтеры и пенсионеры, простые люди из малых городов. Организаторы говорят, задачи перед авторами никто не ставил. Так совпало. Мы обозначили самые актуальные вопросы, социальные вопросы современной России. То лучшие фотографии, как ни странно, были на эти темы. А никуда вы от жизни не денетесь. Жизнь мудрее всех нас вместе взятых. И то, что в конкурсе принимают участие фотографы из других регионов и других стран, это сказывается на уже профессиональном росте фотографов, как наших, так и тех, которые присылают. 86 финалистов, 250 работ. По словам организаторов, победили те, кто точно и деликатно решил выбранную тему. А зрители говорят, давно не видели такой России. Это одна из заслуг этого фотоконкурса, то, что по разным деталям, моментам мы собираем целостную жизнь, в принципе, жителей нашей страны. Это как путешествие в России, потому что есть многие города. Мне нравится, когда есть движение на картине, но это фотографии, но это движение. Одной из главных премий получил Владимир Курилов. В его работах повседневная жизнь. Резкая и точная игра со светом звучит тонко и пронзительно. Достаточно конкурентный конкурс в этом году. Фотография – это город, фотография – это я в городе. Я старался сделать их неожиданными для зрителя, отобрать что-то такое неожиданное, что будет интересно посмотреть. Увидеть страну глазами российских фотографов можно будет до 3 сентября. Выставка проходит в галерее «Новое пространство». Валерия Куценко, Семен Безгинов, Григорий Плешаков. События.